Коллеги, добрый день, интернет-слушатели. После обеда тяжело все дается, но я постараюсь максимально динамично, как обычно бывает. Меня зовут Бурмакин Андрей, я представляю компанию «Мобильные инновации». Решение я расскажу в своих слайдах, но даже не о самом решении, а уже об опыте проекта «Грузгидро». Кто меня еще не знает, потому что с многими мы уже знакомы давно. В принципе, я сам из тепловой генерации, то есть 18 лет отработал на электростанциях и в генерации, и в определенный момент времени внедрил модуль техобслуживания и ремонт в одной крупной энергетической компании. И стал вопрос, что журнал дефектов, это вот к тому вопросу, как недавно совсем человек задавал, зачем мобильное решение. Я понял, что после 3 лет эксплуатации любого электронного журнала дефекта, неважно в какой системе он находится, я на самом деле, когда вот 10 лет занимаешься ТАИРом, понимаю, что система 1С, SAP или там еще какая-то, на самом деле не важно. Они очень одинаковые практически уже сейчас по уровню. Вот. Можно и в Excel, в принципе, ТАИР вести и вполне практически те же задачи выполнять, ну, кроме материально-технического обеспечения, это там и СМЕТ, это отдельная история. Вот там учетные системы, они действительно нужны. А вот для учета дефектов, то есть это больше, наверное, эксплуатация и обслуживание оборудования, мое глубокое убеждение, что без мобильных решений нельзя. Потому что мы внедрили журнал дефектов, 150 пользователей, потом тиражировали на все предприятия, было тоже под 1000. И когда вот коллега, когда задали вопрос, сколько одновременно работает людей в ТОРа, ну вот, на стационарных компьютерах, он еще не произнес, да, слова, а я уже сказал 50. Потому что у меня из 1000 пользователей постоянно работало 50. Остальные — это начальники цехов, главный инженер и так далее, которые имеют лицензии, которые, видимо, немало стоят. Не работают. Вот представьте, 1000, да, и 50. Понятно, что технологи в конце месяца начинают забивать заказы, и списывать материалы, закрывать акты, и это количество немножко возрастает до 100, наверное. То есть 10% пользователей системы вносят туда данные, ну, регулярно. Вопрос, почему? Они такие плохие люди? Сначала я так думал, потом понял, что большинство людей, которые должны оперативно уносить информацию в ТАИР, находятся на оборудовании, когда в ту секунду эта информация важна. Почему у каждого рация, да, или телефон сейчас сотовый там, и так далее? Потому что надо максимально быстро донести информацию до нужного человека, и дальше, к сожалению, работает сарафанное радио, которое распространяет эту информацию там, до других людей, там, диагностов, ремонтников и так далее. Поэтому вот, исходя из этого опыта, приняли с техническим директором, что надо искать мобильное решение. Я его начал искать. Естественно, тогда российских никаких не было. Это было, наверное, лет 5 назад, даже больше. Тогда планшетов-то практически не было. Только КПК, да, вот со стилусом, с маленьким экраном и так далее. Вот. И когда мы нашли, когда нам посчитали, сколько стоит оснастить одну электростанцию мобильными решениями, оказалось, что это больше, чем годовой ремонт этой станции, бюджет. Конечно, технический директор сказал: Андрей, иди ищи дальше. Я говорю: да нет, вот такие вот дорогие решения, там $10 000 за одно рабочее место и выше. Пытались всячески что-то с этим сделать, ничего не получилось, и я принял опрометчивое, наверное, решение, что, ну, раз нет, значит, мы создадим сами. Я вот, исходя из того опыта, что у меня есть, я сам и охотчиком был, и инженером по ремонту, и по эксплуатации, и техперевооружению, то есть прошел все круги и, наверное, ну, знаю очень много, да, про это. Решил сделать решение, которое шло от потребности, а не от того, что давайте создадим систему, которая все может. То есть постепенно, мне кажется, уже разработчики начинают понимать, если вы вот следите и там, ну, как бы по личным целям скачиваете какие-то мобильные приложения, они все больше ориентированы на какую-то узкую сферу.
То есть они не позволяют вам сделать все. Вот вы скачиваете на телефон приложение, оно может все. Такое никому не нужно. То есть должны быть такие решения, которые позволяют решить конкретную задачу. Они должны работать надежно, четко, просто, недорого, быстро. Не знаю, вот так. Таких решений нет, западных, по крайней мере. Те энтузиасты, которых я очень глубоко уважаю, Уралхим я слушаю с удовольствием, правда, вот ждал, когда же у них новый ролик выйдет, чтобы уже что-то новенькое увидеть. Ну, надеюсь, что когда-нибудь выйдет, мы уже это увидим, потому что всем этот ролик тоже показываю. Потому что, когда приходишь на предприятие, и их технический директор также говорит, ну, что ты пришел, зачем мне мобильное решение, 50 лет мы без него жили и как-то обходились, зачем оно нужно? Я говорю, ну вот люди уже от того, что нет на рынке нормальных решений, разрабатывают сами. Правда, они не знают, что это значит, потому что я тоже не знал, что значит разработать мобильное решение, которое будет тиражироваться, которое будет работать с различными системами, которых надо техподдержкой заниматься и так далее. То есть этим людям просто повезло, у них попались хорошие айтишники, которые к производству лицом повернуты, либо их руководство туда повернуло. У меня такого не было, поэтому наши айтишники всегда предлагали западные дорогие решения. Их это устраивало, большие бюджеты, ну и так далее. Не знаю, у многих, наверное, такая есть проблема. А больших денег сейчас нет. Никто, даже крупные корпорации, не готовы тратить большие деньги, как в 90-х лихих, на IT-систему. Следовательно, и мобильные решения тоже требуются очень недорогие, дешевые. Они всегда получается их дешево сделать. Когда у вас 100 клиентов, то я вам могу продать за 10 рублей лицензию. А когда у вас один клиент, к сожалению, ничего с этим не поделаешь, и нужно какие-то хотя бы себестоимость какую-то иметь в продукте. Но в любом случае, это так, коротко обзор, потому что я сам торовик, да, и здесь все люди собрались с пониманием, чтобы было понятно, что я вот не просто показываю мобильное решение. Да, их много, они есть, правда, когда начинаешь детально изучать, на самом деле их нет, то есть в рекламных буклетах есть, когда говоришь, где внедрено, в России точно нет. За границей, когда везут, показывают, ну, я не знаю, в Эмиратах, еще где-то там, где у шейхов много денег, в принципе, можно внедрить дорогие мобильные решения. Но это не про нашу историю, поэтому теперь история к практике перейдем. То есть полтора года назад стартовал проект «Мобильное решение». Ну, он как бы не совсем проект «Мобильное решение», он под проектом был. То есть в Росгидро на всех станциях внедрена EAM-система IBM Maxima. Уже очень давно. 8 лет, наверное. Там тоже уже на всех станциях есть электронный журнал дефектов. И в принципе все ведется, ну, со слов как бы самого Росгидро. Я как бы никогда не скрывал, что в принципе мне достаточно быстро можно понять, насколько эффективно применяется, ну, управление активами на предприятии. То есть если, ну, у меня всегда такая, индикатор такой, если в журнале дефектов электронных записей немного, ну вот каждый день, если не вводятся по 100 записей, значит он не работает. Ну вот у меня такое мнение, оно абсолютно, ну, может быть субъективное, потому что мое личное мнение, что все события, которые происходят на оборудовании, в ту же секунду должны фиксироваться. А дальше уже в системе, в 1С или еще где-то анализируются, они классифицируются, срочные срочно выполняются, несрочные планируются и пошли там сметы и списание материалов. Но самое главное все вносить. И чтобы все люди знали, что в этой системе абсолютно актуальная информация, а не так, что там вот что-то есть, а все остальное по телефону или там где-то на бумаге. Это тоже не всех устраивает, в том числе в Росгидро совсем там другие принципы. Вот они заносят в год 1000 дефектов. Я, ну, трудно сказать, как бы много дефектов или мало. Я всегда за то, чтобы их было много, чтобы люди там не замалчивали или как-то это все проходило мимо системы. Вот. И в том числе один из вариантов, что туда не заносят люди, оказалось, что
У них на 21 энергоблок Саратовской ГЭС всего одно рабочее место у начальника смены находится на 4-м энергоблоке. А весь марш-зал больше километра. То есть, ну понятно, что обходчики ходят, у них есть телефон, радио, который ловит везде. Естественно, они передают информацию начальнику смены, если он на месте или не занят, он, наверное, максимально может занести дефект. Потом начинаются вопросы. Когда начали разбираться, у них единица оборудования оказалась, по-моему, 4000. То есть вот только энергоблоков 4000 единиц оборудования. Сразу тоже говорю, что на любой станции, на заводе и так далее, у кого меньше 100 тысяч единиц оборудования, значит база данных не полная. Могут быть разные споры, надо там детализировать что-то. В помещении там 10 единиц оборудования, зачем их детализировать? Надо детализировать. Не знаю, я в принципе, это отдельная история с базами данных, но самое главное, что их нужно все внести. То есть на том оборудовании, на котором может происходить дефект, такой дефект, который может, ну, важный, да, дефект, то есть не на унитазе или где-то в туалете, да, какое-то оборудование, а именно на производстве, оно и, на то и производство, что все там важно. Поэтому не надо бояться, для того системы и нужны, чтобы базы данных были нормальные. Туда заносить надо все, естественно, с приоритетами, то есть должно быть важное оборудование, менее важное и работающее на отказ. Это понятно. Дальше мы начинаем маркировку оборудования. Очень важный момент. Нужно маркировать. Вот у меня висит RFID-метка, многие об этом уже знают. Раньше как-то к этому относились, ну, как к второстепенному чему-то. У кого-то QR-коды, штрих-коды. Это очень важный момент. Сейчас в проекте Росгидро я расскажу, там еще одно технологическое новшество придумали. И оно тоже вправит на жизнь, правда, стоит недешево. Ладно, я что-то заговорился, извиняюсь. Болело. Да. Ну, до внедрения, то есть две службы на самом деле у них есть, то есть у них не отдел технической диагностики, а называется некая служба мониторинга, которая, в принципе, занимается там электроиспытаниями и другими вещами, которыми не занимается эксплуатация. И оперативная служба, в которой обходы существуют. Ну, в принципе, все автоматизировано, то есть АБП там и прочее, а СУТП просто на каждом шагу. И все равно, мое глубокое убеждение, что датчики никогда обходчика не заменят. И поэтому все-таки основная наша цель, вот, узконаправленная, это обеспечить человеку, оперативному персоналу, инженерам и так далее, в любой момент, чтобы у него была максимальная информация под рукой о текущей ситуации, и он мог в любой момент очень быстро и просто ввести эту информацию в систему. Для этого, в принципе, и была вот придуман проект «Мобильное решение». Ну, это реальные фотографии Саратовской ГЭС. Вот это самое рабочее место начальника смены в марш-зале. Вот у него здесь три монитора, еще четвертый монитор – это с IBM Maxim. То есть там, ну, АСУТП, да, выведено там, АСКОЭ и так далее. Вот. Там вот дальше обходчик. А вот на открытом распредустройстве человек берет вот такой журнал и идет, собирает, у него где-то порядка там до 100 точек. То есть он собирает за один обход по одному ору на открытом небе зимой и летом одним цветом. Причем все эти данные записываются и дальше в принципе в систему никакую не попадают. То есть, ну, записываются, потому что положено ходить и записывать. Поэтому в том числе одним из вопросов проекта было, а можно ли от каких-то бумажных журналов отказаться? Ну, пока ни от одного не отказались. Так. Ну, это понятно, общее. Я показываю, в принципе, слайд Росгидро, поэтому такие они стандартные немножко, я буду вам комментировать, как там все происходило по жизни. Ну, понятно, все сводятся к тому, что должна быть некая отчетность. К сожалению, мне так показалось, что вот мое глубокое убеждение, что отчетность не должна быть бумажная, чтобы вы там долго-долго что-то нажимали, потом у вас выходит распечатанный отчет.
бесполезна эта система такая. То есть должны быть все онлайн-отчеты на экране, которые вы в любой момент можете изменить, подстроить как-то и так далее, чтобы понять, что происходит в текущий момент, а не когда на бумаге главному инженеру приносят, а он ни разу в систему не заходил. Вот у себя я как бы старался главного инженера убедить, что на утренних планерках, когда идет разбор полетов там за ночь, за прошлую смену, чтобы они все-таки пользовались электронным журналом дефектов, и тогда он начинает жить. Как только главный инженер говорит, какие самые важные дефекты, вот они сверху на экране у него, а вот еще там один важный, его там нет, почему? И все, и в следующий раз он там будет, потому что они понимают, что руководство спрашивает. Таких руководителей мало, поэтому ну, тем, у кого другие руководители, повезло. Это вам надо себе как бы понять, потому что большинство все-таки не хочет в системе работать, хочет, чтобы им приносили распечатанные бумажные отчеты. Ну, уже рассказал, то есть IBM Maxima там... А, есть еще один нюанс. Они в определенный момент, когда внедрили Maxima стандартный, поняли, что не хватает мониторинга состояния оборудования, потому что все же хотят переходить к ремонтам по состоянию, а как такового от стандартного модуля ни в одной ЯМ или ERP-системе такого нет. То есть все пытаются вам продать дополнительные модули, которые помогают вам мониторить, на основе этого мониторинга строить тренды и по этим трендам формировать ремонтные объемы. Ни одной такой в России системы я не видел. Это, в принципе, ну, больше не от системы, зависит от людей, в том числе от руководства. Поэтому ну, есть такая система, система мониторинга, мы к ней подключились. У нас проект, сейчас буду дальше показывать, чтобы не на словах. То есть вот такая архитектура, то есть есть некий сервер, где стоит Maxima, где формируется отчетность, конечно, на первом месте. Регламентированная отчетность тоже на первом месте. Отчетность для внешних органов. Ну, вот, я думаю, что всякие учетные системы, они, видимо, вообще для отчетности созданы, а не для нормальной работы. Ну, какие-то там, конечно, планирование что-то делается, но когда начинаешь реально выяснять, потом оказывается, что технологии в Excel параллельно там ERP-системе все равно планируют. Потому что она там выдает какие-то непонятные вообще планы на следующий год. Или бюджет вообще нереальный. Поэтому все потом спланировали в ЯМ-системе, а потом планируют в Excel или там еще как-то. Дальше есть некий наш сервер, да, мобильного приложения, который обменивается данными с планшетом, которого оперативного персонала. Вот эта схема, она очень правильная, потому что, в принципе, мы можем интегрироваться с любой системой. И это правильно, чтобы не с планшета к вам ходили напрямую в онлайне, да, что достичь невозможно куда-то в Тора, а чтобы был некий сервер, который эти все данные переваривает и на планшет выводит то, что нужно. И вот еще такая нагрузка в нашем проекте получилась. Они решили, что RFID-метки, как бы это неинтересно, они взяли и внедрили, уже сейчас можно говорить, что внедрили геолокационную систему. Это когда такие роутеры по всему цеху развешиваются, ну, где это возможно. И у вас внутри цеховой такой GPS. То есть, в принципе, всегда руководство знает, где находится сотрудник, в каком помещении. Ну, правда, как только он заходит вне видимости этих антенн, то все это пропадает. И поэтому мы все-таки убедились, что на таких удаленных объектах или там где-то под землей, под водой, в туннелях и так далее, где экономически необоснованно ставить такое оборудование дорогостоящее, RFID-метки есть. Поэтому у нас вот система, она стала универсальной. Она и по геолокации, и по GPS может определять оборудование, и по RFID-метке. Ну и вручную, в принципе, можете найти. Ну, состав решения очень простой. То есть, вот, как Олег сказал, все в кармане практически. То есть особенность нашего решения от других мобильных решений это то, что в свое время я понял, когда хотели сначала почкам купить пирометры хотя бы, да, поняли, что бесполезно покупать пирометры, пока ты не знаешь, что он замеряет.
То есть, ну, дал пирометр, сказал, мерь температуру на насосе. А он не мерит ее. Потом начинаются вопросы, почему он не мерит, или замерил, но не понял, что там она плохая и так далее. Поэтому стало ясно, что нужно взять и обобщить какие-то основные приборы экспресс-контроля, которые есть, в принципе, да, сейчас. То есть ничего нового не изобретали. Это один прибор, во-первых, он один, маленький, и все измерения делаются одной кнопкой. То есть вот сейчас в нем встроен RFID-считыватель, то есть он считывает эту метку, да, и там пирометр и акселерометр, который виброскорость меряет. И данные сразу же выводятся на планшет. То есть это вот основной принцип. По-моему, у меня там на слайдах дальше будет. Я поподробнее вам про экраны эти расскажу. Ну, естественно, камера планшета используется для фотографирования там, дефектов или объектов каких-то и так далее. Дальше это все через беспроводную связь Wi-Fi передается, хотя, в принципе, естественно, в начале смены загрузили данные, пошли, хоть целый день смена у вас без связи с интернетом. То есть у вас на планшете все данные есть. Вся история дефектов, все ваши необходимые контроли и так далее. Ну и вот здесь нарисовано как бы рабочее место ИТР. Естественно, есть некая наша серверная часть, которая либо транслирует данные в максима, либо у нас есть собственные экраны для того, чтобы спланировать и для отследить выполнение обходчиком их заданий. Ну, это я уже почти описал. То есть вот мобильное решение наше занимается сбором данных, маршрутов, обходов, осмотров. Здесь очень важный момент. Я это и до этого проекта знал, но этот проект, он как бы показал актуальность этих вопросов. Когда мы пришли, в принципе, в Росгидро очень хороший порядок, в этом случае, ну, в этом плане они молодцы. То есть вот у меня в свое время в организации не было утвержденных, четко расписанных регламентов обходов и осмотров, где там прописан каждый объект, что он осматривается, какие там замечания должны выявляться, что с ними должно происходить. У них эти регламенты есть. Но их очень много, и там очень много данных. То есть физически, на бумаге они есть утвержденные, физически их выполнить нельзя. Ни с планшетом, ни без планшета. То есть если бы они выполняли все, что регламентировано у них, они бы, ну, только этим занимались, и то все равно бы не успевали. Поэтому вот проблема в том, что если регламенты есть, то их выполнить невозможно, и мобильное решение это явно показывает. И все думают, что мобильное решение начинает тормозить работу. Ну, то есть раньше он пробегал оборудование бегом полкилометра и считался маршрут завершенным. Расписывался в журнале, все хорошо. А с мобильным решением-то надо как-то приостановиться, да, там какие-то данные зафиксировать, даже если все в норме. Поэтому есть специальные алгоритмы автоматического прохода для Росгидро специально сделанные, где человек идет и даже ничего не считывая, она ему отмечает, что все в порядке, пока он не увидит неисправность. Это, в принципе, оптимизация работы, в принципе, очень хорошая. То есть он не отмечает, что все в норме, все в норме. Он идет, она сама говорит, в норме. Как только он заметил какую-то неисправность, он планшет открывает, два раза щелкнул пальцем, и дефект занесен в систему. И дальше побежал. По-другому, к сожалению, никак, хотя это тоже есть свои минусы. То есть человек бежит, пробежал, сказал, что все нормально, и забыл какой-то важный критерий там посмотреть. Поэтому у нас есть специальная настройка для тех, кто доверяет своим людям, которые носятся и, в принципе, всегда у них все хорошо. И те, которые говорят, нет, мы хотим, чтобы он увидел на экране, какие параметры по оборудованию он должен проконтролировать. Поэтому есть такой переключатель, и это правильно. Ну и геолокационная система, естественно, вот как она работает, здесь картинка представлена, есть свои проблемы. То есть если кто-то пойдет по этому пути, сильно хорошо подумайте. То есть вот представьте, что погрешность там в лучшем случае плюс-минус 5 метров. То есть вот координата, которую вы вот стоите на месте, она гуляет. Потому что, в принципе, очень много оборудования, очень много каких-то помех и так далее. Поэтому если решите пользоваться, в том числе то же самое с GPS. То есть вы стоите
допустим, где-то у опоры электропередач, она вам показывает, что вы в 5 метрах от нее. И на самом деле это проверить невозможно. То есть какая точность у систем на сегодняшний момент. Поэтому если вы хотите, чтобы быть уверенным, что человек реально подошел к оборудованию, еще лучше там открыл щиток и посмотрел, насколько там контакты все нормальные или нет, то лучше повешайте RFID-метку на заднюю стенку этой дверки. Тогда вы будете уверены, что он хотя бы открыл. Вот с такими системами позиционирования этого добиться нельзя. Если вы хотите на какой-то узел, чтобы он посмотрел, повешайте, пожалуйста, RFID-метку не только на турбину или на какой-то агрегат большой, но и на этот узел, который критически важен, который вы, в принципе, должны добавить в базу данных. Это вот к тому вопросу, разузловка, что это такое, да? Конечно, в определенных местах и агрегатах нужна разузловка. Не надо увлекаться там до таких болтов и гаек, но важные узлы обязательно должны быть отдельно занесены в базу, в иерархии, да, и повешена RFID-метка. Тогда вы будете уверены, что человек подошел, вот RFID-метка считывается с 5 сантиметров. То есть специально так сделали такие метки. Чтобы он считал, значит, он был возле оборудования. Ну, там, где это возможно, конечно. Эффекты. Ну, опять, как бы загрузка персонала. Ну да, в принципе, конечно, в какой-то день с нами пошли кадровики станции делать фотографию рабочего дня. Зачем это делается? Потому что очень важный момент зафиксировать, как было до мобильного решения. Потому что вот они же ходят, да, ну, мы думаем, что они ходят в обходы, да, так скажем, в кавычках. Это надо зафиксировать, сколько времени у него уходит без планшетов, да, без мобильного решения или там без таира на ту или иную работу. Потому что если просто говорить, что вот у него 8 часов уходит, а с планшетом, там, я не знаю, 10 часов, это на самом деле неправда, надо зафиксировать до такого, да, и после того, как вы внедрили. Тогда будет понятно, что, в принципе, если бы он раньше ходил, то у него бы уходило столько же времени, а может быть, бы больше, чем с мобильным решением. Тогда только можно об эффектах говорить и о загрузке персонала. Кстати, тоже очень большой негатив у персонала всегда к мобильным решениям, потому что они считают, что это для их контроля. Это, безусловно, для их контроля, но это не самая основная задача. Все понимают, что взрослые люди на работе и так далее. Поэтому, но они думают, что это руководство хочет за ними следить. А то, что там за оборудованием хотят следить, как-то все не очень это осознают. Обучение персонала, ну понятно, очень важный, в принципе, момент. Вот поймите, мобильное решение – это не отображение того же самого, что на экране вашей там ТАИР, на маленьком планшете или там на большом планшете. Это совершенно другая парадигма, понимаете, отношение к обслуживанию и ремонту и контролю состояния оборудования с помощью мобильного решения. Это принципиально новое отношение, нежели вы сидите в кабинете с мышкой, выбираете кучу справочников и так далее. То есть мы совершенно поменяли все экраны, и ни одного экрана, похожего на IAM ERP-систему, в нашем решении нет. Там большие кнопки, их всего 3, я сейчас вам экраны эти покажу. И только так будет работать. По-другому не будет работать. Вот те системы ERP, которые запихивают в планшет то же самое, что у них есть в обычном компьютере, это совершенно неправильно. То есть они никогда обходчиками не были и не понимают, что люди не будут заносить данные. Дальше отчеты в ходе испытаний. Испытания, конечно, там некие формуляры, они сразу же формируются и дальше распечатываются в каком нужном виде. Это так же, как в Уралхиме. И без этого, в принципе, ну, практически в ближайшее время, наверное, нельзя, пока наши там какие-то надзорные органы, да, не пересмотрят свое отношение, они, наверное, не скоро его пересмотрят, к документации, к личной подписи, ответственности там, юридической и так далее. Трудоемкость проведения испытаний. Ну, в принципе, там будет сейчас слайд, который показывает, ну, как бы в теории, да, как это происходит. То есть, ну понятно, да, то есть мы убираем вот какой-то рукописный журнал, а потом перенос его в электронный вид в систему. Мы заносим сразу в систему. И как бы как один этап ввода информации, он уходит. И за счет этого, ну, вроде бы время сокращается. Но опять же говорю, если только у вас уже процессы и обходы все оптимизированы,
и они реально выполняются до мобильного решения. И там все как бы просчитано по времени и так далее. Тогда да. Если же ничего не оптимизировано, то мы в очередной раз автоматизируем некий хаос. В том числе вот коды отказа. Вот. И простоев нет, и все говорят о том, что кроме базы оборудования, очень важная вещь – это возможные неисправности на оборудовании. Перечень этот должен быть. Но все очень часто к нему подходят как? Берут ГОСТ или регламент, который регламентирует те или иные отказы по тем или иным видам оборудования. Или же там в паспортах заводов-изготовителей берут и так далее. Все это в систему заносят, говорят, вот мы молодцы, мы все выполнили. Потом появляется на каждом оборудовании список из 100 возможных неисправностей, и человек даже с очень хорошим мобильным решением начинает долго-долго и упорно искать ту запись, которую, ну, согласно той информации, которую он видит у оборудования, находясь. Поэтому мое глубокое убеждение, надо делать совсем по-другому. То есть берем, анализируем реально вносимые дефекты на производстве, если они, ну, нормально вносятся. Из них формируем список отказов, причем сверху всегда должна быть запись самая часто применяемая. То есть вот заносим 500 дефектов, из них 100 там какие-то вот такие. Вот, вот эта запись в этом списке должна быть сверху. А запись прочая должна быть снизу. Иногда даже некоторые отказываются от записи прочее, потому что когда я первое, что я сделал, проанализировал журнал, ну, дефектов за 2013 год по вот станции саратовской, и оказалось, что 80% это некий код организационное мероприятие, или что-то такое у них. Хитро так называется, но, в общем, это то, что там нет таблички, не покрашено, отваливается штукатурка, снег, трава и так далее. То есть вот, вот такие дефекты и заносятся. Либо заносится, ставится некий прочее и километровое предложение, что же происходит. Вот это категорически нельзя делать. И самое важное в системе ТАИР, в которую, собственно, и приходят вот эти все данные, да, постоянно вести этот журнал в актуальном режиме. То есть очень все просто. Да, есть код прочее. Есть, должен быть человек, который следит и за базой данных оборудования, и за этим справочником. Он анализирует ситуацию, то есть сколько прочих вводится там каждый месяц в разных там подразделениях. Если этих прочих много, если эти прочие повторяются, то его задача как можно быстрее внести новый код, вот, судя по описанию у вас прочего, и чтобы и сообщить этим людям, что все, у тебя появился этот код, тебе теперь не надо километровое примечание, да, или обоснование писать по дефекту. Вот тогда у нас система как бы заработает, да, и те возможные неисправности, которые занесли из регламента, которые в жизни никогда произойти не могут или никогда не происходят, они забивают этот список, и в итоге у вас и время уходит лишнее, и человек вообще, ну, не доходит до нужной записи, просто выбирает прочее и пишет это примечание, что же там происходит на самом деле. Ну, сценарий я уже, в принципе, рассказал. Основное оборудование, общее состояние, там некие критерии есть, оценки состояния. Вспомогательное, некритическое, автоматически обходится через там геолокацию с автоматическим фиксированием прохождения. У нас даже разработан, я, по-моему, не показал этот экран, нет, по-моему, есть. Практически навигатор по цеху у нас есть. Не знаю, зачем он нужен, но надо было сказать. Ну и особого контроля есть в планах даже выводить какие-то данные из СУТП, потому что есть журналы эксплуатационные, я не знаю, как у вас, но у них есть такие журналы бумажные, раз в смену или несколько раз в смену, с экрана СУТП заполняются руками бумажные журналы. Когда спрашиваешь, а зачем выполнять, у вас же в системе есть данные, давайте выведем их из СУТП, а СУТПшники, во-первых, говорят, ни в коем случае мы не дадим. Почему? Потому что
А руководство говорит, а это контроль персонала. То есть, если мы журнал этот отменим, то он на экрана с УТП смотреть не будет типа. Ну, в общем, не знаю, я до сих пор не могу эту логику понять, потому что там сигнализация все равно есть, вот выскакивают эти информации, звуковые сигналы. Это все дублируется не только там обходчиком, но и начальнику смены, и начальнику смены станции. Но все равно вот принято заполнять журналы. Заполняют, молодцы. В принципе, наверное, может быть, когда-нибудь сделают, чтобы не заполнялось. Ну вот, такую пирамиду они нарисовали, в принципе, чтобы понять о том, что надо оборудование разбивать на критичное, да, и менее критичное. То есть по результатам проекта удалось как бы убедить, из 4000 единиц оборудования база, по крайней мере, превратилась в 10 тысяч единиц оборудования. И это уже не просто основное следствие, это уже какие-то агрегаты. Потому что я физически не мог в той базе вывести информацию, что же он должен осматривать. То есть турбоагрегат, да? Несколько отметок, сотни или тысячи единиц оборудования одной записью в базе данных. То есть мобильное решение еще помогает вживую потрогать базу данных. Вот когда вы ее формируете как бы, и заливаете там, из Excel, и потом в 1С или еще где-то с ней работаете, это одно. Вот. А когда вы подходите к оборудованию, а его нет в базе данных, то есть планшет сразу вам это показывает. И вы такие, ну что же у нас нет этого оборудования, я думал, есть. Никто не знает. Поэтому RFID-метки тоже, да, как маркеры такие. Если все обвешано, зачем надо следить? Следовательно, ты понимаешь, что в базе данных это все есть. Может быть, там намного больше в базе. Но основное оборудование и те показатели, которые особенно надо следить, они должны быть обвешаны, все маркированы. И вы тогда понимаете, что все связано с базой данных, и весь учет раздельно ведется. Именно не бухгалтерский учет, а технологический учет, а технологическая классификация. Ну вот для оперативной службы. Ну, это вот я вам фотографию уже показывал. Вот на открытом распредустройстве он получает задание. Здесь у них в помещении Wi-Fi есть. И пошел обходить распредустройство. В принципе, у них Wi-Fi там даже и в цехе, и на распредустройствах работает. И они могут, в принципе, работать даже в онлайне. И передавать сразу данные, какие они там сняли. Но могут работать как бы и... Вот почему еще один режим, вот многие задают вопрос и говорят, а как зимой при минус 40, да? Вот эти люди ходят при минус 40 по сугробам, вот по этому открытому распредустройству. Поэтому мы и придумали вот этот функционал, когда он идет, и в принципе у него там все автоматически отмечается, он либо просто с этой коробочкой считывает, идет и варежка, да, просто считывает метки. У него маршрут отмечается, он даже планшет не достает. Он может его достать буквально там на минутку, чтобы занести какое-то отклонение. Либо вернулся в теплое помещение, тут же у него все отметилось хорошо, нашел нужный объект и ввел туда дефект, который заметил, чтобы не откладывать в долгий ящик. Поэтому иногда не нужно устройство искать подогреваемое. Иногда можно алгоритмом каким-то, да, вполне справиться с этой задачей. Это вот то, что я вам говорил, при неполном покрытии геолокации, то есть у них на самом деле геолокация только на двух отметках, а где-то внизу это все RFID, поэтому считывается все, естественно, с RFID. Ну вот я говорил, автоматический проход, это вот play, нажимаешь и пошел, она отмечает тебе обходы, то есть слева у вас перечень маршрутов, справа единица оборудования, и вы это все просматриваете. То есть запускаете и пошел обход. Дальше вот те экраны, которые я вам говорил, да, о новой парадигме и работы с мобильным решением. Конечно, есть там в одном месте, я покажу некие списки. Но самое главное, чтобы четко было определено, какие важные контроли для данного оборудования важны. Вот, допустим, у нас там питательный электронасос. Видите, по нему можно паспортные данные посмотреть, нажать вот слева это дефекты. Это посмотреть только дефекты по этому оборудованию. Открытое и закрытое, то есть вся история хранится, всегда вы знаете, что происходит на оборудовании. Дальше, вот видите, у нас течет масло, состояние уплотнений.
Это визуальный контроль. Никакими датчиками это практически невозможно добиться. Поэтому человек подходит, состояние уплотнений, всего три кнопки. Причем надпись на этой кнопке зависит, ну, может плохо видно, там нормальное состояние, нет течи, нет разуплотнения, небольшие замечания, небольшие течи для разуплотнения и красное серьезное повреждение, уплотнение, там, требующее замены. И каждой кнопке, желтой и красной, привязан соответствующий код отказа. То есть вы просто нажимаете желтую или красную кнопку, и у вас автоматически формируется запись в журнале дефектов. Такого-то числа на таком-то оборудовании такой-то обходчик зафиксировал вот такое событие. Все. Дальше переключается уже, ну, к следующему контролю. То есть этих контролей может быть один, может быть 10. У них иногда на одном объекте, ну там турбоагрегат или еще, до 40. Я считаю, что это тоже неправильно. То есть турбину надо разузловать на важные узлы и осматривать каждый узел отдельно. Вот так и происходит, потому что географически это большой объект. И нужно для каждого узла иметь свой перечень отказов. И тогда он будет короткий, он не будет длинный, не будет кучу контролей на одном оборудовании. Поэтому мобильное решение выявляет и вот такие вопросы, которые, в принципе, ну, ЯМ, ERP-система, она не всегда выявляет. Там экраны большие, мышкой там делаешь, что хочешь. А здесь надо большими пальцами попадать. Вот, это визуальный контроль, первый контроль. Второй контроль – это ввод показаний, которые местные приборы показывают. Потому что не все оборудование к СУТП подключено, да, есть какие-то местные манометры и так далее, уровень какой-то посмотреть. Вы вводите уровень, и в принципе очень важный момент, что она сразу же вам говорит, что там не в порядке. То есть вы ввели значение, а она вам сразу оценивает это значение. То есть не вы субъективно оцениваете, нормальный уровень или ненормальный. В систему уже по каждому параметру такому цифровому заложены критические и недопустимые, там, допустимые значения, которые помогают вам оценить этот параметр сразу же. Вот на этом хорошо видно, это следующий контроль, уже измеряемый. То есть вы вот перешли на контроль температуры, все, нажимаете вот эту одну кнопку. Вот, да, и вот у вас температура, она показывается. Да, прямо здесь отпускаем, видите, 21,4 градуса. Для данного параметра желтеньким загорелось. Все, это значит, мы вошли в желтую зону, вот в эту, да, которая, в принципе, уже не зеленая. Да, и наша самая главная эта задача вот эти тренды уловить. Просто здесь очень плохо видно, вот, наверное, здесь, наверное, лучше видно. То есть показана диаграмма, тренд последних 5 измерений по этому объекту. То есть как растет, там температура падает, скачет, в какой она зоне, красной, зеленой и так далее. Ну и, естественно, если значение красное или желтое, автоматически формируется запись журнала дефектов, там критическая температура, значение ее, кто, когда замерил и так далее. То есть в принципе, все стараемся. Один-два клика и нажатие на приборе. Причем, если перейдете к следующему измерению вибрации, то нажмете ту же самую кнопку зеленую, она уже будет измерять вибрацию. И сравнивать уже со значениями для данного объекта, которые в базе заложены. И вот здесь возникает иногда вопрос. Начинаешь спрашивать, а какие должны быть значения нормальные, какие там повышенные. Начинают поднимать документацию, документация либо утеряна, либо завод-изготовитель ничего про это не написал, а собственного опыта эксплуатации нет, потому что, ну, это вот всем рассказываю, наверное, есть и у вас, до сих пор же мерим, да, температуру рукой, ладонью, то есть горячо, сколько это секунд держит и так далее. Сколько положено этому насосу? Ну, понятно, что если он до красна уже раскалился, наверное, плохо, все остальное субъективно, да? Смотря какую среду перекачивает и так далее, какой режим, зимой или летом и так далее. Поэтому, естественно, даже если дашь пирометр человеку, то это будет в том числе бесполезно, потому что у него не будет, во-первых, погрешности на окружающую среду, во-вторых, не будет заложено для каждого объекта вот эти допустимые значения температуры или вибрации. Ну, по вибрации попроще, там значения как бы меньше колеблются, и мы их всех как бы примерно знаем. Так, ну и вот этот важный слайд, да, если же вы что-то заметили на оборудовании не так,
которая не соответствует норме, но вне вот этих основных критериев оценки, да, то есть какой-то еще дефект. Вот этот тот самый список дефектов, который возможен на данном насосе. Вам просто нужно коснуться нужного значения, и дальше можете комментарии записать, можете сфотографировать это, да, и это все превращается, опять же, в запись дефекта и так далее. Ну, вот это самый тонкий момент. Вот в Росгидро утвержден справочник уже, наверное, больше 5 лет. И они его уже больше 5 лет пытаются переработать. И никак не могут утвердить его заново. Потому что они его делают не сами, потому что есть всякие НИИ у них, есть разные подрядчики, которые уже 5-й раз его переделывают. И как только они его там после года переделки представляют эксплуатации и вот этим НИИ, они говорят, вы что здесь написали? Вообще в жизни так не бывает. И вот такой процесс идет бесконечно у них. Я не знаю, я пытался в это вмешаться, но потом понял, что если как бы желание у самих эксплуатационщиков переработать этот классификатор нет, то, наверное, ничего с этим не поделаешь. Когда-то они все равно это сделают. Так, ну, это не входящий, то есть можно ввести дефект и не входящий в маршрут, то есть просто нажимаете, там есть такая красная кнопка, и очень быстро можете ввести вообще любой дефект, потому что вся база данных, коды дефектов и история дефектов хранится в офлайне на планшете. Она всегда обновляется и всегда там есть. И в принципе не так уж и много она места занимает. То есть сейчас все разобрались, сейчас полностью у них все под рукой, даже инструкции все, схемы и так далее. То есть это, ну, на самом деле самый элементарный вопрос. Служба мониторинга, ну, примерно то же самое, только они занимаются испытаниями и как в виде формуляра заводят те значения, которые у них есть. И, естественно, они также сравниваются с допустимыми значениями, и человек при мониторинге сразу же это оценивает на месте. Потом формируются, конечно же, отчеты, это там номер один, уже формируются они из максим. То есть мы, в принципе, в своей системе ничего не формируем, потому что у них вся отчетность, там, 150 отчетов, она уже есть в максиме, и там мы просто первичные данные передаем. Стало понятно, что если в тепловой генерации, в принципе, пирометр и виброметр, они о многом говорят по вращалкам, то для электрического оборудования и для другого оборудования очень важно, чтобы не просто точкой, да, указывали место там, где надо замерить температуру, а чтобы вот тепловизионный контроль. И мы сейчас в рамках проекта со Сколково до конца года в эту коробку встраиваем тепловизор, там будет камера, инфракрасная камера, и на экран будет выводиться вот похожая картинка. Она сразу же, если будет отклонение от нормы, она будет автоматически фотографировать, да, и вы будете в записи дефекта уже получать вот такую картинку и будете уверены, что человек именно у этого оборудования, потому что точно так же он считал метку и сделал тепловизионный контроль. Ну, также с помощью камеры планшета можно замерять некие габаритные вещи, там углы, ширина, высота и так далее. Это, в принципе, для этого даже лазерную рулетку не нужно применять. Различные другие датчики, ну вот вы, наверное, кто был вчера на выставке, в принципе, датчиков в мире очень много. Я их даже никак не могу в какой-то перечень сложить, что можно там замерять. Сейчас замерять можно почти все. Эти датчики почти, ну, очень маленькие и, в принципе, не очень дорого стоят. Но производители отдельных приборов продают их дорого, особенно если это там американская компания и так далее. То есть у них там один пирометр стоит там, ну, если китайский подешевле, там 5000, если по это, американский, значит дороже. Но уже сказал, почему отдельные приборы, они бесполезны. Потому что не понимаешь, что происходит, и куча времени еще уходит на то, чтобы занести эти данные в какую-то систему. Ну, также вот можно любые датчики, в том числе внешние, встраивать. То есть есть датчики, это носимый, да, переносной экспресс-контроль. А так вы просто берете вот такой же или там еще меньше, привешиваете на оборудование, примагничиваете, и он у вас снимает, как логеры такие есть, да, снимает за неделю, за месяц, что там с оборудованием происходит. И когда вы подходите к этому датчику,
она по беспроводной связи на планшет вам передает не текущие показания, да, а все, что происходило, пока вас там не было. Потому что бывает так, да, что подходишь, вроде все нормально. А там в определенный момент его так трясет, да, там и температура скачет, что это может привести к аварии. Поэтому любые датчики, и очень часто, в том числе, вот эта Bluetooth-гарнитура, да, это к той же зиме. То есть, в принципе, человек под фуфайкой держит планшет, нормально идет с ним. И в Bluetooth-гарнитуре просто ему говорят, где ты проходишь и что ты должен проконтролировать. И он идет, ему как бы все наговаривается, а как только он заметил какое-то отклонение, он определенным там, голосовым управлением может, в принципе, ввести дефект. И для этого вообще ничего не надо будет нажимать. Ну и в том числе это можно использовать для комментария к дефекту, потому что все равно комментарий нужен, чтобы человек вообще пальцами ничего на планшете не писал. Потому что это долго, это неудобно, и не всегда у человека в голове нормально, коротко получается сформулировать, что он видит. Ну вот, в принципе, не коротко, но все. Спасибо.